Тут у нас тоже ничего. Так, осмотреть интересное место. Стул-толчок. Так. Что-то мне показывает, что отсюда может все-таки тот выбраться. Так. Сюда нас не пустят, он выключен. Окна закрыты. Если что, бежать нам некуда. Да, и сюда нам тоже. О! Выглядит безопасно. Прям укрытие какое-то. Ну да. Красивая заставка. Нормально. Так. Чтобы включить шлюзовую камеру. А, это та вот выключенная, да? Ёп, выключить, выключить, выключить! Да это бронированное стекло, не пробьешь. Обосрешься. Блять, он пробил. Ёбаный урон, что ты? Эй, ты что, прикалываешься, что ли, блядь? Ты бежишь туда, блядь. Да ебать тебя в хавальню. Беги, блядь, туда. Все. Полный привет. Бля, что за мудак, а? Ну дай, куда мне тут бежать? А, я видел, открылся наверх путь. Оп, давай лезь, блядь, туда, мудак. Куда ты, ёб твою, блядь, лезь? Он за ноги цепляет, за ноги. Что, не успел, болван тупорылый, Давай, давай. Ух, ребята. Стрёмный типок. Ух, ребята. Я хочу перепрыгнуть, я не хочу вниз падать. Блядь, он ломает какую-то дверь. Ёб твою. И тут закрыто будет, да? Нет, тут открыто, блядь. Сквозь огонь не пробежим. О! Добрый вечер. Я тут зашел на огонек. Что-то это похоже на гору не совсем живых людей. Новая цель, найдите обходной путь в душевую. Ёб твою, блять, откуда вас столько? Откуда вас столько? Куда бежать? Это блок С, пусти меня сюда, блять, закрывать дверь, блять. Пошел ты в жопу, дуболом мохнатый. Иди ты нахуй от меня, блядь. Стрёмный тип, куда? Ты быстро бегаешь, блять, прыгай вниз. О, нихуя, мы его развели. Нормально. Блять, он тут. Блять, прыгай вниз. Закрой дверь за собой. Блять, да все, жопа. Куда от этого пузана скрыться, я вообще не понимаю, что-то. Блять, жиропасина такая. Ну ладно, будем пытаться все двери вообще. Ну давай, иди ты нахуй. Дверь закрыта. Проверили. Да, мне пофигу на тебя. Абсолютно. Ходи там, убивай меня. Да, мне насрать. Отстал. Да, все. Фу, нормально.
Вот же придурок, а. Какой страшный дядька. Все-таки. Опять все закрыто, надо опять в ту темную-темную дыру влезать вообще. Прорва просто. Ты ж глазастый, ты не выскакивай так. Только помереть со страху можно. Не, зря я чувствую, это сделал. Ну, тут, как обычно, будет закрыто. Это же все-таки... Ну да. Коридорная херня. Я хочу к вам. Пусти меня к себе. Какие обаятельные ребята тут сидят, а? Просто пипец. Так, ну и что мне здесь надо сделать? Обходной путь в душевую. Нету тут обходного пути в душевую. А, ну да. Правильно. Хоп. Спасибо, парень. Спас. Тяжелый случай, да, чтобы прыгнуть с выступа и проделать. И что это было? А, я допрыгнул. Молодец. Сколько тут народу ходит кругом вообще? Только отвлекают. Там батарейка. Оп. Можно сменить батарейку. И как камера работает на батарейке? Она же вроде на специальном аккумуляторе должна работать. Да. Интересно. Да я тебя не напугаю, не бойся. Ё-моё, пытаюсь выбраться из этой лечебницы. Психиатрической, блин. Нам будет, надо будет прыгать в яму, я прямо чувствую. Только вниз, только хардкор. Wall Rider. А, это какой-то доктор, по-моему, был, не? Пойдем посмотрим. Wall Rider, да. Шкафчики. Ну да, если шкафчики, значит в них надо будет ныкаться. Что-нибудь из тьмы-то выпрыгнет, я чувствую. Батарейка. Тут вроде тишина. Идем дальше. Идем вниз. Безопасно. Куда я иду и зачем, главное?
Все глубже и глубже уже. Найдите выход из канализации. Ну ладно. Надеюсь. Что это было? Эй, парень, жив? Не, не жив. Тупик. Ладно. Пойдем в другую сторону. Так, отсюда я, по-моему, пришел. Пойдем сюда. Тут тупик. Да опять батарея садится. Что за дела такие? И тут тупик. А, может, мне надо было трупак тут отодвинуть и полезть в канализацию в более узкую? Щель. Не? Или может в эту? Да, прокатывает. Ты ёб, я тебя видел. Ух ты ж страшное привидение, тут летаешь. Ты зачем тут летаешь, а? Идти мне туда или не идти, вот в чем вопрос. Что там ползает? О, еще одна заметочка. Надо заменить батарейку. Документики. Евангелие Песка. Обнаружено нацарапанным на обороте соглашение о лечении. Почерк сходен с образцами почерка пациента отца Мартина Арчимбода. Этот бог настоящий. Как долго обманывались мы призраками, духами, безумием. Невежество наше было умышленным. И сам апостол Павел однажды был ослеплен. Пелена на его глазах была лишь страхом. Но истинно видит лишь тот, кто смотрит за его пределы. Таков дар Вальридера. Евангелие Песка. Песка, не знаю. Нет греха страшнее, чем преднамеренно забыть Бога, получить его откровение и не передать его ждущей пастве. Это место — перекрыть путь к спасению грех, за который любое наказание не будет слишком суровым. По-моему, даже падре сошел с ума, находясь здесь, а это уже нормально. Нам как раз в ту дырку и надо, я прям чувствую. За призраком? Ну, конечно, самый страшный призрак поплыл туда, значит, нам сюда. Нам за ним, он же нам подскажет, что и как быть. Конечно. Прям как в американских ужасниках. Если мы в лесу и сломалась машина, надо разделиться. Вот надо разделиться по одному и пойти гулять в лес обязательно. Lower Junction. Не-не-не. Нам бы наверх, а не вниз. Опа-на. Я пошутил, нам вниз. Блять, прыгай в этот... Как-то ты быстро ходишь, парень. Беги, прыгай. Залезай нахуй сюда. У-у-у. Не вздумай, не вздумай. Как он чухнул вообще, что я там? Ура! А, нет, блядь. Я думал, это свет дневной уже. Ну и что это нам дало? Это нам не дало абсолютно ни хрена.
Я видел там какой-то рычаг, его надо было дернуть. Но вот я не успел из-за того, что этот пузан на меня опять напал. Вентиль. Female drain. Не знаю, что это нам дало. Пустить. А, две заглушки. Это вторая. То есть первая там, да? Блять, как ты меня достал? На тебе камерой, 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 блять. Лезь туда, лезь, блять, лезь. Все. Отлизон, не достал. Нет, ну я так легко не сдамся. Надо батарейку сменить. Такой, сидя в защелине. Надо батарейку сменить. Оп, сменил. Оп, сюда. Он опять здесь идет. Не достанешь. А, пошел вон отсюда. Ну, иди гуляй. Дядя, страшный дядька. Во, молодец, иди туда. Сейчас мы подождем еще секунд 15, потом туда через обрывчик прыгаем. А потом хрен его знает. Действуем по обстоятельствам. Все, погнали. Хоп. Вылезай, хоп. Чешем, чешем. Хоп. Перепрыгнули. Так. Хоп. Куда нам сюда, по-моему? Хоп. Хоп. Хоп, давай. Есть. Спуститесь по ли... А, на нижний уровень. Да-да-да, этот нижний уровень, там где был затоплен. Я помню, что он был, но не помню где. Опять этот пузан чешет за нами. Блять. Спускайся вниз. Он за нами не пролезет в эту трубу, я чувствую. Фу. Какой стрёмный парень, однако. Стрёмный и приставучий. Неужели он за нами всю игру будет носиться? Нехорошо. Ну, если он будет всю игру носиться, это будет крайне неинтересно. Нужны новые монстры. Этого я уже как-то не боюсь. Так, и что, опять наверх? Опять к этому толстому? Ну ладно, окей. Полезем. Админ блок. Вот там что-то происходит. Слышны крики, убийства. Кого-то рвут на части. Что это за парень там? С фонариком. Напевает. О. Это торговец? I can tell we're the same. You still know what's real. The doctor's dead, you know that, right? Dr. Varricay died before he even started working here. What kind of experiments does a dead doctor perform on living patients? That's the question.
Новая запись. Пациенты знают, что доктор Вероники мертв. Они даже... Один даже спросил меня, а что за опыты мертвый доктор ставит на живых людях? Что же такое проект Валридер? 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 Во, ё-мо, Валридер, точно. Вот это нам и предстоит узнать. Закрыто, хорошо.